Здравствуйте. 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 Что это за ленточки такие? Да, ленточку, если что, попасть на перевес. Здесь свидетельность. Я нужно помочь на лежать. Ножницы? Нет. Там у меня зубы крепкие, я зубами могу шевелить. Ну, если надо, попробуй. Я думаю, это что? Если ты хочешь, у меня есть ножницы, я ему их продам. Конечно, тебе же машины ждут. Правда, ножницы, чтобы перевес. Да, и ножницы. Ножницы? Да. И сколько же ты хочешь за эти ножницы? Ну, сколько ты предложишь? Ну, я только по оптовым ценам беру, это копеек 50. Да нет. Металл дорогой, по смазу тут все. За каждую половинку ножниц по 10 копеек. Да что, подожди, ну что же такое говорить? Так же серьезно. Нет, ну вот это вот два колечка и шурупчик. Да, ну и попробуй сюда зубами, если хочешь. Если хочешь попробовать, сюда зубами. Не надо, так не делай. Так не делай. А снизу подскочить тоже нельзя. Только надо. А сверху? Я подсажу случайно, потом он подсадит. Тоже нельзя. Нет. Ну что, договорить? По рублю. За 40 копеек говоришь? Нет. По рублю. Ладно. Как это так получается? Оттуда не надо, да? Не, тут не надо. Метр ленты стоит 5 рублей. Ты посмотри, здесь 90 сантиметров. Уже посчитай сколько. Да, скажите еще 5 на 90 умножить. Не, ну ладно, по рублю. Бутылка водки. Нет. Не, ну ладно. Да, я тут пил кого-то. Литр. По оптовым ценам. Ну банка. Ведро. Ножницы на базаре 90 копеек. Я набрасываю по рублю. То турецкие не режут. Да. Конечно. А у вас что же? У вас какие? А покажите, какие мы еще посмотрим, как у вас ножницы. Я не покажу. Я не покажу вам ножницы. Покупай. Двадцаточка, ладно. Давай, это... Двигаем, давай. Мы тебя искали. Ну, розничная 20, оптовая 2. Не прощай. Это просто спекулятивная цена. Это просто такие спекулятивные. За 7, за 5. Ты такое сказал, что сам студент. Так ты что-то сиди. Так я тоже студент. Коллега, как коллега, коллеги, ты тоже меня требуешь. Как студент, студент, мы можем договориться. Если мы за дорогу не забыли. Ладно, этому на лево, второму на... Тебе на лево, ладно. А тебе на что? На велосипед. Давай. На, червонец. Нет. Уже поздно. Он сам сказал, сказал что червонец. Все. Продешевил. Ладно. Остальные деньги будешь докладывать сам. Хорошо. Все, нет, так что? Все, все, понимаешь. Подожди, на лево. И вот это вот... А да, на 10. Да. О, видал, смотри, Виталик, не помогай. Так что? Так. Извините. Да еще. За такие деньги он сам должен был разрезать. Нет, это чтобы потом не перепродавал. Давай. А теперь дальше. Так, какой ты? Я ее продаю. Вот это души. И кто больше даст, тому я ее отдам. Больше, да, с тобой, да. А сколько ты хочешь? Ну, стартовая. Стартовая. Ну, сколько ты хочешь? Задумал. За сердце купился, да? Тогда... Двадцатка, стартовая, двадцатка. Так, мы посоветовались, вот, и решили 10. Какой 10? Не. Так кто дает 10? Кто дает 10? Не. Даже 10. Кто дает? Нет, даже не дает. Мы скинулись и дадим 10. Нет. 10 не дадим 10. Ладно, тогда...
20 по 2. Нет, я же... Да, 20 по 2. Да. Пошли дальше. Все. Тут что? Невесту я купил. Невесту купим дальше. А туфли еще надо купить. Туфли. Я свои. А я невесту не вижу. А, вот невеста. Босс стоит. Босс. Ну, нету. Нету в шоу обуться, представляете? Нет, это маловаты будут. Это маловаты будут, да. Ну как это так? Ну не знаю я. Вот ты, если сразу выберешь, в какой коробке туфли, за какую коробку сколько платить? Нет, если сразу, слушай, если сразу угадаешь бесплатно. Туфли, сразу бесплатно я тебе отдаю эти туфли. Если не угадаешь, будешь платить. Это, сколько? Вообще-то... Я сейчас угадай. Три коробки много. Не если... трогайте коробки руками. Сережка, ты скажи... Сразу покажи вы... какую, и я тебе покажу. Все. Смотри. Да мне это уже. Нет, да иди. Ты не догадался. Ты не догадался. Придется раскошелиться. Ну, сколько? Сколько? Десятку. Десятку, да. За твои туфли. Десятку. Дай все. Он уже ничего не хочет, он уже разворачивается. Не-не, быстро сюда все купляем и все, да. На. Не торгуюсь. Хорошо. Спасибо. Ваши туфли. Забирайте ваши сиденья. Да. Вызывайте время. Уже наконец-то я дождалась. Я думала, уже все. Сколько ты ждала? Ты представляешь, это был просто ж кошмар какой-то. Давай ножку. Ой, какая левая. Вот. Вообще малый. Ой, маловаты. Надо да, денег не еще, не наверное. Не пошли, Миша. Давай. Дима, бегом прошу. Дядя Миша, попить есть. Все. Я знаю, что папа выйдет. Сейчас побежим. Подождите. Все? Да, сейчас папа придет. Это только начало, да? А мне букетик понравился. Розы поправили. Это оно так спадает. А, это таким надо. Да. Не, нет, а, да. Ну, да. Чтобы не стало. Идите, бабушка, снимай, берите. Я уже снимал. Идите.